Всем привет! Сегодня я расскажу о том, как я начал изучать TensorFlow и как, оказывается, просто на нем можно сделать свою нейросеть. Например, я сейчас покажу нейросеть, которая отличает кошек от собак. Для этого мне потребовалось начать изучать язык Python, который, как оказалось, по-русски называют Python. Раньше я постоянно избегал использования этого языка, потому что он работает очень медленно, и если я хотел сделать, допустим, какую-нибудь игру, там нужно производить много вычислений, и эти вычисления бы работали супер долго, поэтому этот язык мне всегда не подходил. Но, как оказалось, основная фишка тут в другом, а именно в том, что большинство алгоритмов, которые нам нужны, уже написаны. И написаны в том числе на достаточно быстрых языках типа C. А Python позволяет очень легко взять, подключить эти уже написанные библиотеки и использовать их. Получается, что мы собираем программу из быстро работающих частей, которые в сумме будут работать тоже быстро. В других языках я в основном привык использовать среду разработки для написания проекта. Но здесь, например, для экспериментов с нейросетями принято использовать вот этот вот Jupyter Notebook, который позволяет писать код в отдельных блоках, которые можно отдельно выполнять. И это в этом случае довольно удобно. Код получился настолько простым, что он у меня помещается на один экран. И это еще при том, что здесь я сначала подготавливаю данные для обучения на них нейросети, потом создаю саму нейросеть, потом ее обучаю и потом еще ее использую. Использую. Все это вот здесь помещается. Я сам только начал изучать все это, поэтому могу рассказать, как проще начать. Смотрите, сейчас я использую вот этот вот Jupyter Notebook, но чтобы его поставить, обычно устанавливают анаконду, там создают environment, потом устанавливают туда нужные библиотеки, нужно, чтобы все версии совпадали, нужно потом поднять этот environment. Короче, это сложно вначале, если я хочу просто взять и начать писать код. Но потом я нашел более удобный способ, оказывается, Google сделали свою штуку на основе вот этой, где можно просто зайти на сайт и сразу начать писать нейросеть. Для этого я специально захожу на новый аккаунт, чтобы я еще не использовал эту программу, покажу, как ее установить. Для этого заходим в Google Диск, нажимаем создать, но ее Google немножко запрятали куда-то далеко, поэтому нажимаем еще. Здесь ее тоже нет, нажимаем подключить другие приложения, и здесь ее тоже сначала нет, поэтому пролистываем ниже и находим вот этот вот Collaboratory или Google Collab. Его устанавливаем, он у меня почему-то установился не с первого раза, не знаю почему, но я несколько раз кликнул, в общем, он установился. Теперь нажимаем еще, и здесь он появляется. Теперь мы можем его открыть, и здесь сразу можно писать нейросеть. Плюс этого еще в том, что все, что мы пишем, будет выполняться на серверах Гугла, то есть наш комп нагружаться не будет, то есть это можно писать с любого, даже самого старого компа. Но в этом еще и минус, потому что мощности, которые они предоставляют, очень низкие. Даже вот у меня комп 7-летней давности, он выполняет все то же самое в разы быстрее. Но зато для этого не нужно ничего устанавливать, поэтому сначала я буду показывать такой подход. А еще подписывайтесь на канал. Прямо посреди видео я еще раньше не просил подписываться, но на всех видео 2/3 тех, кто меня смотрят, не подписаны. А есть несколько видео, на которых вообще 85% тех, кто меня смотрит, не подписаны. А еще нас тут уже почти 100 тысяч. А вы знали, что существует больше 100 тысяч каналов, у которых больше 100 тысяч подписчиков? Вот. Итак, для написания этой нейросети я сначала добавляю все библиотеки, которые нам понадобятся. Когда вы используете какую-то функцию, вы можете просто ее загуглить и посмотреть, к какой библиотеке она принадлежит и что нужно импортировать для того, чтобы она работала. Я добавил все библиотеки, и теперь смотрите, у нас нейросеть будет работать с картинками. И нужно, чтобы картинки были одного разрешения, так будет гораздо удобнее. Поэтому давайте напишем некоторый размер картинок. Например, у меня картинки будут 224 на 224 пикселя. Вот я объявил такую глобальную переменную размера. Потом расскажу, почему именно такое разрешение. Дальше необходимо загрузить датасет, то есть те данные, на которых мы будем обучать нашу нейросеть. Я выбрал майкрософтовский датасет с кошками и собаками, в нем 25 тысяч картинок. Для того, чтобы его загрузить, пишем вот эту функцию, пишем название датасета, потом пишем, на какие части мы его разделим. Тут я буду использовать полностью все для тренировки нейросети, то есть 100% пойдет на тренировку нейросети. И вот у нас начинают скачиваться все эти картинки. Обычно датасет делят на несколько частей, чтобы проверить то, как хорошо работает нейросеть на данных, которые она еще раньше не видела. Но тут для упрощения я это пока уберу, и использовать мы ее будем на своих данных. Вот датасет скачался, и нам отображается его метадата, то есть описание этого датасета. Вообще проблема в том, что датасеты все устроены по-разному, их нужно по-разному скачивать, потом по-разному использовать. Но, например, здесь есть некоторые данные, на которые мы можем посмотреть. Например, разрешение. Тут оно почему-то отображается как none, none и 3. 3 это количество цветовых каналов, то есть красный, зеленый, синий, то есть
картинки у нас цветные. Анан говорит о том, что разрешение неизвестно. На самом деле это потому, что все картинки в разном разрешении. Также тут сказано, что загрузилось 23 тысячи картинок, хотя обещали 25 тысяч. Но на самом деле это происходит из-за того, что 1700 картинок повреждены. Почему-то авторы датасета специально решили добавить туда поврежденные картинки. Это даже написано в его описании. Видимо, это сделано для того, чтобы проверить, насколько программа может фильтровать эти поврежденные картинки. Но вот TensorFlow это сделал за нас. Ну вот у нас датасет скачался, теперь нужно присвоить его какой-то переменной, а то я этого еще не сделал. Тут нам возвращается два значения, это сами данные для обучения и вот эта метадата. Но метадату мы уже просмотрели, дальше она не нужна будет, поэтому я поставлю прочерк. Затем давайте посмотрим на данные для обучения. Для этого я напишу вот такой вот простой код, где мы выведем картинку из обучающей выборки. Если вывести 10 картинок, то видно, что вот здесь есть вот эта вот собака, потом еще собака, и потом там дальше идут еще коты, собаки. Но все данные состоят из картинки и подписи к ним, поэтому давайте посмотрим еще на подписи. Видно, что выводится вот этот вот лейбл, и тут единицы и нули. Видно, что вначале 3 единицы, и вот у нас идет 3 собаки. Потом 0 и опять 2 единицы. Вот 0 это кот, и потом еще 2 единицы, это дальше 2 собаки. Потом опять 2 кота, это 2 нуля, и 2 собаки в конце 2 единицы. То есть у нас коты помечены нулем, а собаки единицей. Этот код с картинками давайте уберем, он нам дальше не понадобится. Я просто напишу функцию, которая будет переводить картинки в более понятный для нейросети вид. Дело в том, что значения пикселей в картинках обычно хранятся в диапазоне от 0 до 255, а нейросети гораздо проще распознавать данные, которые находятся в промежутке, ну, например, от 0 до 1, либо там от минус 1 до 1. Я просто поделю все значения пикселей на 255, чтобы они были в промежутке от 0 до 1. Также сменю разрешение всех этих картинок на то самое 224 на 224. Правда, некоторые картинки, которые не очень квадратные, они, получается, немножко исказятся, но, наверное, для нейросети это не так страшно. И теперь давайте применим эту функцию на наши данные для обучения, чтобы поменять разрешение картинок и чтобы нормализовать значение пикселей. Также здесь во второй строчке надо разбить выборку на некоторые части, а то иначе она вся не поместится в память видеокарты. Данные подготовлены, теперь давайте перейдем к написанию самой нейросети. Тут я буду использовать сверточную нейросеть, так как она очень хорошо распознает картинки. Сверточная нейросеть, в отличие от классического перцептрона, не смотрит на всю картинку сразу. Вместо этого она как бы сканирует картинку по частям и пытается распознать там определенные фичи. Например, она может как бы идти по картинке и искать, где расположены уши, где расположены глаза, и потом из этого собирать, где находится кот, где находится собака. Но откуда нейросеть, например, знает, как выглядит ухо? И для этого она собирает ухо тоже из определенных частей, точно так же, как потом из этих частей она будет собирать, например, кота. Сначала нейросеть смотрит на картинку, и самое простое, что она пытается распознать, это линии. Следующий слой собирает из этих линий, например, уголки, а потом следующий за ним из этих уголков собирает более сложные изгибы или уже какие-нибудь простые геометрические фигуры, а потом следующий слой из этих геометрических фигур уже может, например, определить глаз. А потом следующий слой из этих глаз и прочих фич может определить, где кот, а где собака. При этом нейросеть сама всему этому обучается, она изначально не знает, что ей нужно искать линии, уголки, кружки и прочее. Она сама в процессе обучения всегда приходит к вот такому вот эффективному способу распознавания. Но проблема в том, что если мы будем сейчас обучать нейросеть таким образом, то это будет очень долго, потому что параметров у нее огромное количество. Поэтому будет очень трудно добиться высокой точности. Но тут можно заметить, что мы ведь уже знаем, что изначально нейросеть придет к тому, что она будет распознавать линии, потом эти уголки и так далее. То есть мы уже знаем основные фичи, которые нейросеть будет распознавать. То есть чтобы нейросеть не распознавала, хоть это котики и собачки, хоть это лица, хоть это какие-нибудь машины, слоны или космические снимки с телескопов, всегда нейросеть будет приходить к вот этим простым фичам, когда сначала она распознает контуры фигур, потом из них собирает что-то более сложное. Вот я нашел хорошую такую картинку, где есть лица, машины, слоны и стулья. И видно, что все изначально начинается с одних и тех же фич. Ну тут, наверное, упрощенно это показано, потому что слоев, скорее всего, потребуется гораздо больше, и фичи вначале какие-то слишком одинаковые, но общая суть примерно такая. А это значит, что раз мы знаем, что начальные фичи будут одни и те же, то мы просто
просто можем взять кусок от уже обученной нейросети. И уже есть очень крутая нейросеть, которая может распознавать 1000 разных объектов на картинках. И тут я возьму кусок от этой нейросети, то есть ее базовые слои, которые будут распознавать все эти фичи. Добавлю, что тренировать эти слои не нужно, потому что они уже натренированы. И вот она у нас скачивается. Кстати, именно поэтому я поставил разрешение картинок 224 на 224 пикселя, потому что именно с таким разрешением работает вот эта вот нейросеть. Можно поставить меньше, но чем меньше, тем ниже будет точность. Ну а чем больше разрешение, тем, соответственно, медленнее будет работать нейросеть и дольше нужно будет ее обучать. Но 224 на 224 пикселя это, наверное, не так много. Теперь нужно собрать нашу нейросеть из вот этих начальных слоев, которые мы взяли от той нейросети, и наших финальных, которые будут уже отвечать за распознавание кошек и собак. Вообще, в машинном обучении помимо нейросетей существует огромное количество других подходов. Например, обычные регрессии, или леса деревьев, или модные сейчас лес пней. Поэтому для простоты, чтобы не обозначать каждый раз какие-то методы, это просто все называют модель. То есть мы сейчас обучаем некоторую модель. Так я и назову эту переменную, в которой будет храниться наша нейросеть. Тут я вызываю функцию для последовательного объявления слоев. Сначала пишем наши базовые слои. После них делаем глобальный пулинг. Он как бы уменьшает картинку и усредняет значение разных фич. Затем я добавлю dropout на 0.2. Это значит, что 20% нейронов в процессе обучения будут случайно выключаться. Это нужно для того, чтобы нейросеть не заучивала наизусть наши данные, а пыталась найти какие-то общие фичи. И затем добавляем вот такую вот строчку, чтобы скомпилировать эту модель. Все, теперь можно обучить нашу модель. Для этого вызываем функцию fit. В ней нужно указать данные, на которых мы обучаем, и количество эпох. Это то, сколько раз она пройдется по этим данным. И запускаем это. Мы видим уровень ошибки и то, насколько точно нейросеть сейчас может распознавать картинки, на которых она обучается. Видно, что это занимает около 13 минут, поэтому я это просто ускорю. И вот нейросеть обучилась, точность 97,5%, что очень даже неплохо. Но на всякий случай, давайте я попробую еще запустить две эпохи, пусть нейросеть обучится чуть побольше. И вот когда прошло суммарно 3 эпохи, точность дошла до 98,5%. Теперь давайте я загружу фотку своего кота, применю на нее те же самые преобразования, которые мы делали в начале с картинками, чтобы это подходило для нейросети, и у модели вызову функцию predict, которая как раз предскажет, что же это такое. На что нейросеть отвечает значением минус 9. И что же такое это минус 9? А дело в том, что, если вы помните, в начале коты были помечены нулями, а собаки единицами, а середина получается у нас 0,5. То есть чем дальше в минус от 0,5, тем больше это кот. А чем дальше это в плюс от 0,5, тем больше это собака. Так как я не применил никакую функцию активации, то значения просто уходят, чем больше, тем, наверное, лучше. А значит, что минус 9 это очень-очень кот. Затем я создал пост в ВК, где попросил вас кинуть своих котов-собак, и вот написал такой код, который будет проходиться по разным картинкам и говорить, что это кот или собака. Но, во-первых, сюда сложно загружать картинки, а во-вторых, здесь темный текст на темном фоне, поэтому я просто скопирую это все к себе и буду выполнять уже это все у себя на компе. Сначала мне в ВК присылали в основном котов, но видно, что здесь везде коты, коты, коты. Вот на этом коте видно, что оценка не очень большая, потому что очень тяжело его распознать. Я действительно, когда увидел эту картинку, сразу подумал, что его, наверное, будет тяжело распознать. Вот тут пошли собаки. Вот этот кот, у него оценка минус 9, то есть очень хорошо нейросеть понимает, что это кот, хотя на него даже наложены фильтры разные. Собака, 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 кот. Вот у этого кота оценка минус 11, это огромное, то есть нейросеть распознает его как очень-очень кот. А вот здесь оценка очень низкая, потому что тяжело его распознать. А вот тут нейросеть подумала, что это собака. Да, его, наверное, было очень сложно распознать, потому что картинка зашумленная, скорее всего, это было сфоткано в темном помещении. Вот здесь оценка тоже минус 11, то есть это очень кот. А вот здесь нейросеть думает, что это собака, но, по-моему, это кот. А вот здесь есть и кот, и собака, и нейросеть дает ответ ровно посередине, 0,5. Вот здесь кот, а здесь нейросеть говорит, что это собака, хотя это явно кот. Здесь собака, кот, 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 собака. А вот здесь попугай, и нейросеть довольно уверена в том, что это собака. Тигр у нее тоже почему-то собака. Вот здесь собака с очень высокой оценкой, 11. Вот здесь кота нейросеть распознавала как собаку, хотя действительно его очень тяжело распознать, я сам не сразу понял, что тут вообще на картинке происходит. Вот здесь собака, вот здесь кот, но нейросеть очень не уверена в том, что это кот. Потом здесь опять кот притворился собакой, вот здесь оценка не очень высокая. Здесь опять кот-собака. Почему-то нейросеть иногда котов считает собаками, но собак она никогда не считает котами. Вот здесь опять попугай, но на этот раз нейросеть посчитала, что это кот.
И здесь попугай у нас тоже скорее кот. И вот наши победители. Вот этого кота нейросеть посчитала самым-самым котом, а эту собаку нейросеть посчитала самой-самой собакой. А это видео выходит в том числе благодаря тем, кто поддерживает канал на Патреоне. Ну или как говорится, горано спонсано тэкёде окуришимас.